Любите стекло в интерьере, но у вас есть маленькие дети и вас волнует вопрос безопасности? Смотрите наш сюжет. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. Сегодня про Power Gloss панели, которые выглядят как крашеное стекло. Это специальный материал на рынке глянцевых панелей. Он предназначен для изготовления мебели. На специальном оборудовании МДФ обрабатывается таким образом, чтобы получить идеально ровную поверхность. Затем МДФ покрывается слоем кашированной бумаги, которая и определяет цветовое решение плиты. Дальше наносится 4 слоя УФ-лака каскадным способом и сушится под ультрафиолетовыми лампами. В результате получается поверхность с максимально высокой степенью глянца от 92 до 98%. Ее можно сравнить со стеклом. При таком решении на поверхности отсутствует шагрень, которая характерна для МДФ покрытого лаком. Помимо устойчивости к механическим воздействиям, Power Gloss панели имеют важное преимущество. С обратной стороны у них тоже наклеена крафтовая бумага, что делает их более презентабельными в изготовлении мебели. Power Gloss плиты имеют большое количество декоративных решений, что позволяет их отлично использовать в интерьере. Они могут стать хорошей альтернативой крашеному стеклу. Во-первых, потому что выглядят практически так же, стоят дешевле, а главное – безопаснее.